данном видеоролике будет сравниваться два танка пятых уровней. Первый танк Т-34 СССР и второй танк Type Т-34 Китай. Приятного вам просмотра. Здравствуйте. В этом видео я хочу сравнить два элитных танка СССР Т-34 и Китай Type Т-34. Начнем первый способ сравнения. Нажимаем информацию здесь и здесь. И сравниваем. Прочность у них одинаковая. Максимальная скорость наш танк выиграет на 1 км. Бронепробиваемость одинаковая. Дальность связи тоже одинаковая. Теперь смотрим второй способ. Нажимаем исследовать. И запоминаем. Пушка 112, 89, 29. Рация 525. Движок 500. Теперь смотрим в китайского танка. Также. Пушка у него одинаковая. Рация тоже. И двигатель тоже. То есть эти танки одинаковые, так бы сказать. Наш танк только выигрывает на 1 км скорости. Еще я могу вам сказать такое, что все-таки лучше наш танк, так как он оригинал. Мы его придумали, создали, а китайцы чисто скопировали. Копия. Вот. Если вам интересно увидеть, как эти танки ведут себя в бою, вы найдете видеоролики на моем канале. Пожалуйста, смотрите, комментируйте. Спасибо вам за внимание. Пока.